70 мешков картошки за полтора часа. Александр Лукашенко на личном примере показал, как надо собирать урожай. Вместе с сыном Колей президент Беларуси обработал 18 соток в своей официальной резиденции Дрозды. То, что мероприятие совсем не протокольное, подчеркивал демократичный наряд президента. Шорты и кепка. Одной лишь картошкой дело не ограничилось. Собрали и экспериментальный урожай арбузов, которые тут же и попробовали. Но журналисты теперь гадают, примет ли президент участие еще в каких-нибудь сезонных работах, и кого пригласит с собой. Белоруссии до сих пор обсуждают, как месяц назад Лукашенко учил Жерара Депардье косить траву и кормить коня.